Здравия желаю, чем обязан. Мероприятие перевозка детей, вижу детей. Позвольте соответствовать с пунктом 2.4 ПДД РФ ваше служебное удостоверение. А вы не могли бы поближе, я плохо вижу. Цепочка. А, понял. Я просто а обложка у вас затерта и не видно. Просто дело в том, что тогда, когда гражданин потребует у вас ознакомиться до полного ознакомления, понятно. Прочитать? Да, озвучьте, конечно. Зам полиции, Солнце Сергей Викторович. Да, Сергей Викторович, очень приятно. Меня зовут Денис Геннадьевич Тадашвили. А Сергей Викторович, а какое мероприятие сейчас? Мероприятие, у меня есть? Документально есть. Ну, документ, свидетельствующий о мероприятиях, о данных. Вот не смею вас задерживать, вижу, у вас детей нет, можете ехать дальше. Все, счастливо. Но я хотел бы пообщаться в правом поле. В правом поле не вижу смысла вас задерживать. В другой раз, в другое время. Всего доброго, до свидания. Счастливо. Как же документы?